Добрый день. Разговор пойдет про Крым. Крым – это узловая точка защиты России. И, естественно, русские всегда это знали и во времена царизма, и всячески его защищали от нападок всех, кто пытался это сделать. Но так уж случилось, что после царизма, Первой мировой, у нас наши правители, кроме Сталина, были проамериканские, включая и алкоголика Ельцина. Ну, что, тут ничего не скажешь. Поэтому все они делали все, чтобы Крым не принадлежал России. Тут уж трудно что-то добавить к этому. Но когда оказалось, что Ельцин сказал «доберите», и Крым стал украинским, хотя до слова его и все было бы в этом отношении на месте, и Крым русский, значит, так получилось. И что дальше произошло? Крым перерыли американские ЦРУшники. У нас там была чудесная база, вырытая в скалах для подводных лодок. Значит, у нас там была масса полигонов, уникально построенных. Все это ему очень понравилось. И они уже договорились, естественно, за взятки, за деньги, что американцев запустят в Крым и отдадут им все, что они захотят. Вот так-то. Но это почему-то никто не говорит, хотя это очевидно, и, как говорится, в общем-то, и эта ситуация заставила нас забрать Крым, потому что у нас не было другого выхода. Вот. А до этого, как они не воевали, и при царизме, там за 200 лет сделали все, что только можно, чтобы захватить Крым. Американцы с мировым правительством. Вот так-то. Но, как говорится, русские есть русские. И Крым наш. Наш и вечно будет наш. Пока жив хотя бы один русский. Вот так-то. Ну, что тут скажешь? Возмутительно та пропаганда, которая идет от, естественно, американцы платят, и остальные говорят то, что им скажут. Но, как говорится, мироздание знает, что делать, и ничего у них не получилось и не получится. Можете мне поверить. Если они хотят, и Украина сейчас всячески ее напихивают, якобы на войну с Россией, ну, не переведи Господь. И понятно по общей ситуации, происходящей в мире, почему они это делают, я не буду это называть, но сами догадаетесь. Но это безобразие, и должно оно когда-то кончиться. Я думаю, что Порошенко едва ли полезет на нас с войной, потому что там недолго будет продолжаться эта война, поверьте мне. И не столько уж будет жертв, сколько предполагают. Но факт есть факт. Америка всегда считала себя врагом России, хоть Россия всегда была на ее стороне, и у нас была склонность у нашего народа помогать американцам во всем, защищать их, и защищали за эти годы, можно сказать, сотни лет, и всячески шли им навстречу во всех, даже неспорных, а очевидных делах, но это ошибка. Ошибка, я считаю. И пока у американцев будет эта ненормальная прослойка масонов под руководством иллюминатов, все человечество, не только Россия, будет под угрозой. Давно их нужно было объявить террористами и заниматься с ними соответствующим путем.
Ну, тут уж ничего не поделаешь. Но Крым исконно русский и русским будет. Вот так-то. Пускай почитают историю и убедятся, что это так. До свидания. Здоровья. Россия, 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 вперед. Родина наша – это наша судьба и жизнь. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин. До свидания, здоровья.